Меня зовут Владислав Четыряков, я являюсь бриллиантовым дистрибьютором компании Skinny Boutique. И сегодня у нас пятница, по расписанию у нас, друзья, подробный с вами маркетинг-план нашей компании. Мы с вами сравним, какие преимущества наша компания сегодня предлагает всем людям абсолютно без исключения. И как мы сегодня можем изменить нашу жизнь, друзья. Но сначала я хочу особенно поприветствовать новых участников сегодняшней конференции. Ребята, если вы... Так, меня слышно плохо, да, друзья? Если меня слышно хорошо, поставьте, пожалуйста, пятерки. Ребята, хорошо меня слышно, да? Потому что многие показывают пятерочки, отлично. Значит, если у нас сегодня в зале присутствуют новые участники нашей конференции, которые еще только рассматривают какие-то предложения, которые сегодня поступают им, и еще не присоединились к нашей компании, ребята, пожалуйста, поставьте троечки, чтобы как-то можно вас выделить. И мы вас особенно приветствуем. Пожалуйста, если сегодня есть такие, то, пожалуйста, поставьте троечки. Замечательно, друзья. Как обычно, у нас много новичков. Ребята, вы знаете, вот любая перемена в нашей жизни, она происходит от того, что мы получаем каждый день какую-то новую информацию. Мы просыпаемся, да, и в наш век вот информационный мы получаем какую-то информацию, от которой зависит наша дальнейшая с вами жизнь. Так вот, сегодня, друзья, за этот час вы получите такую информацию, от которой действительно может измениться ваша дальнейшая жизнь. И не только ваша, а еще и ваших друзей, знакомых, ваших родственников, которые также услышат от вас, или вы пригласите их вот на такую же конференцию, и они послушают и поймут, что сегодня можно зарабатывать деньги совсем по-другому, потому что у нас сегодня есть такие компании сетевого маркетинга, которые позволяют нам быстро, можно сказать, без всяких... трудностей, да, создать товарооборот, и за который мы будем зарабатывать деньги. Друзья, наша компания называется Skinny Boutique. Самое интересное, что компания Skinny Boutique, она основана в 2011 году, 20 января, и вышла из штата Юта, это Америка. И основателем и президентом компании является Бен Глински. Ребята, за всю свою карьеру Бен... Конечно, он сам когда-то начинал, тоже когда-то был дистрибьютором и рос по карьерной лестнице, и вот он основал такую компанию Skinny Boutique. В переводе означает «уход за стройным телом». И Бен предложил миру, да, нам с вами, всем людям, чтобы быть здоровыми, быть красивыми, и самое ценное, друзья, что Бен предложил такой маркетинг-план, которого просто нет ни в одной компании вообще в индустрии МЛМ. И за всю историю, которая существует, МЛМ, индустрия, никто не предлагал никогда 70% выплат в сеть от дохода компании. Нету, ребят, ни одной компании, которая может себе этого позволить. Почему, друзья, так происходит? А потому что Бен сказал, что Skinny Boutique это полностью компания изменяет вообще представление о сетевом маркетинге, причем во всем мире. Это слова Бена. Поэтому Бен взял два уникальнейших продукта, он протестировал их, и сегодня первый продукт, это является брендом компании Skinny Boutique. Это биологически активная добавка, 100% натуральный продукт, называется Skinny Fiber. Skinny Fiber, ребята, у кого звука нет, пожалуйста, перезайдите, потому что у остальных все нормально со звуком. Значит, Skinny Fiber это 100% натуральный продукт, и самое ценное, что, друзья, это лучший продукт по снижению веса. Но для меня очень важен этот продукт не только, чтобы как бы выглядеть, да, стройным, а самое ценное, что этот продукт в себя, как бы вот эта формула запатентована. Она включает в себя лучшие ингредиенты, и которые позволяют понизить холестерин, нормализовать сахар, скажем так,
вообще восстановить баланс организма, да, что обмен веществ, он просто восстановится у вас. И содержатся здесь три самых лучших ингредиента. Значит, содержится каравума, которая произрастает в Африке и Индии. И местные жители еще в каравуму называют пищей голода, когда отказываются вообще от приема пищи. Следующий ингредиент – это глюкомонан. Друзья, я вам поверхностно как бы расскажу о продуктах, и подробнейшим образом мы все-таки рассмотрим, как сегодня мы будем лечить с вами кошелек, то есть дистрофию кошелька, как мы можем с этой компанией вылечить. Второй продукт – это глюкомонан. Это диетическое волокно, которое добывается из клубней вот этого растения. И когда при контакте с водой, когда мы запиваем вот эти капсулы, он увеличивается в нашем желудке, глюкомонан, и в 50-100 раз происходит увеличение. И при этом что? Расширяется, да, и мы уже чувствуем как бы сытость. И происходит очистка толстого кишечника, то есть выходят все шлаки, токсины. Вот это очень важно. И следующий ингредиент – это чадо-бугре. Чадо-бугре – это произрастает в тропических лесах Амазонки, это в Бразилии. И что позволяет? Путем мягкой активации метаболизма и помогает также сжигать жиры. И ну, уже применяется, скажем так, для похудения уже в Бразилии очень давно. И самое ценное, друзья, что в нашей формуле в Skinny Fiber содержатся энзимы. Содержатся ферменты, которых 4. Это бромелайн, папаин, липаза и протизы. О них я не буду рассказывать, но они есть. У нас есть отдельные презентации, на которых врач очень квалифицированно все досконально рассказывает. Второй продукт, друзья, это уникальнейшая сыворотка Ageless. Вы можете увидеть себя на 10 лет моложе, и не только увидеть, еще и почувствовать. Здесь содержатся гликозаминогликаны, пантенол, алантаин, содержится гель алоэ вера и смесь цитрусовых аурентиум. И самое ценное, друзья, что в этой сыворотке содержатся самые мощные в мире антиоксиданты. Здесь содержатся это асаи, годжи, нони, мангостин, красная капуста, вишня ацерова, гранат, малина, черника. То есть вот это красная капуста, самые лучшие в мире антиоксиданты. То есть это дар нашей природы, матушки. И применять, значит, наши продукты, друзья, самое главное, что они у нас быстро расходуются, скажем так. Skinny Fiber необходимо применять перед обедом и ужином, запивая полным стаканом воды за 30-40 минут по 2 капсулы. Это обязательное применение. И, конечно, в промежутках вы должны пить большое количество чистой воды. Ну а сыворотку Ageless милые девушки у нас и дамы используют утром и вечером. Ну а мы, мужчины, применяем сыворотку после бритья. Когда побрились, лучшего геля, друзья, просто в мире, наверное, не существует. Вот такие у нас продукты. Самое, друзья, главное, что мы, продвигая эти продукты, нам не нужно будет бегать и кому-то их предлагать. У нас есть система. Система, которая позволяет нам присоединиться к ней и создавать товарооборот за счет просто собственного потребления. И вот это, друзья, делает огромный переворот в способе заработка денег. Именно вот эта система. Потому что в других компаниях, которые вы знаете, люди напуганы. Они не умеют продавать, они думают, что нужно бегать, кому-то навязывать продукт, куда-то его девать, складировать и тому подобное. Друзья, в нашей компании вы ничего этого делать не будете. Мы не мелкие сетевики-коробейники, мы строим большой крупный бизнес. И наша компания, она сделала революцию, предложила такой маркетинг-план, это идея Бена, и он предлагает 8 видов заработка, друзья. И самое главное, что здесь есть такие бонусы, которые за всю историю MLM-индустрии не предложила и до сих пор не может предложить ни одна компания вообще за всю историю MLM-индустрии. Вот посмотрите, я выделил 3 бонуса. Это бонус быстрого старта, это бонус комиссии по матрице и бонус бесконечности. Давайте, друзья, рассмотрим все подробно. Но если мы с вами хотим действительно начать бизнес,
Вы знаете, что любой бизнес, он требует каких-то инвестиций. И хорошая новость, друзья, что в нашей компании инвестиции, они ничтожно малы. Они не превышают $209.38. Это максимальный вход. Минимальный вход в компанию, он при старте не превысит $85.72. И у нас есть три пакета для входа в бизнес. Но также у нас есть и вход для клиентов, скажем так, привилегированных клиентов, которые могут присоединиться и на любой такой же пакет, но при этом они будут иметь скидку, да, но бизнес они строить не смогут, друзья. Поэтому вот очень важно здесь не только беднеть, да, покупая продукт, а мы с вами можем еще и богатеть, друзья. Что, продвигая эту систему, мы таким образом еще и начинаем зарабатывать с вами деньги. Давайте разберем подробно вход в компанию. Первый пакет – это рядового дистрибьютора. Здесь вы приобретаете одну единицу продукции, это может быть Skinny Fiber или может быть сыворотка Agilis. В компании она стоит $59.95. И когда вы присоединяетесь как дистрибьютор, вы оплачиваете $10 за все маркетинговые инструменты, которые предоставляет вам компания. Она будет делать рассылку вашим партнерам, она потенциальным партнерам будет за вас. Все, друзья, автоматизировано. И вы также получаете и все инструменты, и обучение системы построения сети. Конечно, друзья, здесь эта баночка, она неэффективна. Она экономически невыгодна, потому что вместе с доставкой она вам обойдется $85.72. У компании есть еще баловая стоимость. Это одна единица продукции имеет баловую стоимость 50 BV. И вот от этих BV нам компания как раз и выплачивает вознаграждение. Значит, следующий пакет – это серебряного дистрибьютора. Это как когда вы покупаете две единицы продукции, и компания вам еще делает уже подарок, еще дарит одну единицу продукции. И за три баночки или за три сыворотки вы заплатите вместе с доставкой $148.08. И балловая стоимость этого пакета 100 баллов. Но самое ценное, друзья, что вы приобретаете авторанг уровня сильвера, то есть серебряного дистрибьютора, который вас будет оценивать 30 дней по этому статусу. Следующий пакет – это золотого дистрибьютора. Вы покупаете 3 единицы продукции, и компания вам делает вообще щедрейший подарок. Она еще дарит вам 3 единицы продукции. Это может быть уже как комбинированный пакет, то есть вы можете выбрать 3 Skinny Fiber, и вам компания еще подарит 3 сыворотки. Или можете выбрать монопакет, то есть 3 Skinny Fiber плюс 3 Skinny Fiber. Или 3 сыворотки плюс 3 сыворотки. И, друзья, за все 6 баночек вы заплатите $209.38. И балловая стоимость имеет 150 BV. И самое ценное, что вы приобретаете уже ранг автоматически золотого дистрибьютора. Здесь, конечно, друзья, можете взять в руки калькулятор и проследить, насколько эффективен экономически даже вы уже экономите. Потому что одна единица продукции вам обойдется уже здесь, но 30, скажем так, 3 доллара, да, 3-34 доллара. Конечно, друзья, ценность в другом. Ценность в том, что мы присоединились как бизнесмены и начинаем бизнес дублицировать. Ребята, самый секрет вообще сетевой индустрии в том, чтобы мы могли дублицировать большим количеством людей, чтобы этот бизнес мог повторить любой человек, то есть сотни, тысячи или сотни тысяч, а может быть и миллионы людей по всему миру. Вот в этом, друзья, секрет заключается вообще сетевой индустрии. Если наш бизнес легко дублировать, значит мы будем участниками большого бизнеса. Если ваш бизнес не дублицируется, то есть вы делаете, да, вы можете быть лидером, но вас повторить никто не может. Вот тогда, конечно, уже бизнес не будет расти.
Наш бизнес, друзья, это легкий, простой и легко дублицируемый бизнес. Все, что нам нужно, это не бегать продавать, а просто использовать инструменты. Нашими инструментами являются ролики и также вебинары, которые мы с вами проводим. У каждого из вас сейчас есть дома компьютеры, дома, может быть, с собой мобильные какие-то устройства, планшеты, и вы можете любую презентацию короткого ролика показать любому вашему знакомому и близким, родственникам, и таким образом вы поделились этой информацией. И все, что им нужно сделать, это таким же образом поделиться со своими друзьями. То есть вот это и есть, друзья, простая дубликация. Если ее вы делаете каждый день, и ваши друзья и знакомые тоже повторяют, друзья, вы строите очень-очень огромный бизнес. Давайте с вами подробно разберем наши теперь бонусы. Бонус номер три. Это быстрый старт, друзья, и самое ценное, что вот такого бонуса нету, опять же, ни в одной компании MLM индустрии, потому что эта партнерская программа позволяет уже вам зарабатывать каждую неделю по бонусу быстрого старта. Значит, вы можете поделиться этой возможностью, и компания выплатит вам за каждого партнера денежное вознаграждение. Смотрите, друзья, что вы можете получать. Если вы присоединились как дистрибьютор, вы можете уже зарабатывать 50% от пакета, на который вы пригласили своих знакомых. Если вы зарегистрировались как Silver, зашли на серебряный пакет, вы зарабатываете 54%. То есть вам добавляет компания 4%, и вам еще открывается второе поколение. Второе поколение – это когда ваши лично приглашенные могут рассказывать о своем бизнесе. И когда вы присоединились на золотой пакет, вам компания выплачивает 56% с первой линии, со второго поколения 4%, и вам открывается еще третье поколение 2% плюсом. Ребята, самое ценное, что здесь, даже пригласив одного человека, вы уже себе, можно сказать, следующий месяц автошипа вы уже здесь оправдали, потому что вам компания уже выплачивает 56%. Давайте рассмотрим все подробно. Если мы с вами пригласили только трех человек, и для примера я взял специально, чтобы они зашли на разные пакеты. На пакет Gold заходит первый человек, на пакет Silver заходит второй человек, и пакет простой рядового дистрибьютора покупает третий ваш лично приглашенный человек. И вам компания уже выплачивает 56% в ближайший четверг после закрытия недели. Ребята, нам компания платит этот бонус за товарооборот недели. То есть мы получаем эти бонусы каждую неделю. Посмотрите на слайд, $84 вы заработали с пакета Gold. $56 вы зарабатываете с пакета Silver и $28 вы зарабатываете с пакета именно рядового дистрибьютора. Ребята, это фантастика, потому что оно, вот именно удержать новичков особенно в других компаниях очень сложно, потому что они делают очень много усилий, они приглашают людей, но компания им не платит деньги. Либо там вход большой, да, и когда он зашел, например, на $600 или на $460, пригласив человека, а ему выплатили там 20 или там вообще не выплатили. Есть такие компании, которые за первого приглашенного он как бы делает обрезание, то есть равный по рангу, он ему ничего не выплачивает. В нашей компании вы уже зарабатываете на автошип следующего месяца. Значит, вот это самое ценное, друзья. Это большой показатель, и Бен это увидел, потому что он был сам дистрибьютором и понимает, что нужно именно новичкам в компании. Вот этот бонус, конечно, будет удерживать многих партнеров и новичков в этой именно системе, бизнес-системе. Значит, следующий момент, когда ваши партнеры начинают рассказывать об этом бизнесе, у вас открывается второе поколение, и вы зарабатываете еще дополнительно 4%.
Когда ваша вторая линия рассказывает своим партнерам, вам открывается третье поколение, и вы зарабатываете еще дополнительно 2%. Вот это, друзья, называется бонус быстрого старта. Давайте теперь рассмотрим комиссию по матрице. Что же это такое? Это тоже уникальнейший бонус, который, я его называю комиссия по команде, потому что мы можем зарабатывать этот бонус с командой, друзья. И вот я вам скажу, что вообще этот бизнес, он не строится в одиночку. Всегда нужна команда, чтобы победить. Именно помогая друг другу, мы можем, друзья, прийти к успеху. Если вы в одиночке, да, в одиночку вы никогда бизнес не построите. И когда вам кто-то говорит, мы на тебя посмотрим, иди, да, сколько ты начнешь зарабатывать. Ребята, вот эти люди просто не понимают, это не командные игроки, и они, конечно, не понимают, как вообще работает этот бизнес. Он работает только в команде. И я еще называю этот бизнес взаимоотношений. Когда вы начинаете с теплого рынка, а я вам всем рекомендую начинать только с теплого рынка, рассказывая своим родственникам, знакомым в первую очередь, друзьям, одноклассникам, однокурсникам и тому подобное. Потому что если когда вы, друзья, начинаете менять свою жизнь, вы делитесь в первую очередь этой возможностью с вашими родными и близкими. Потому что если вы не делитесь, но представьте, что вам родной брат или сестра, или лучший друг скажет, что «а почему ты со мной не поделился?». Поэтому в первую очередь идите на теплый рынок. Значит, как строится сеть, друзья? У нас есть расстановка в матрицу, она идет строго по тренару. Каждый четверг новый партнер попадает в матрицу. И мы можем приглашать бесконечное число людей, но эти люди будут строго размещены в тренаре. Ребята, тренар бесконечен, но компания вас будет оценивать и вам выплачивать командный чек только с 8 глубин матрицы. А как же заполняется наша матрица? Давайте рассмотрим на примере. Вы приглашаете первого дистрибьютора, он заполняет позицию, да, занимает позицию номер 1. А второй человек номер 2. Третий, ваш приглашенный, занимает позицию номер 3. Таким образом, друзья, ваша первая линия уже заполнена. Если ваши партнеры еще никого не приглашают, а вы активны очень, и вы начинаете дальше приглашать в эту бизнес-систему своих знакомых, четвертый ваш человек зайдет на позицию номер 1 под первым вашим лично приглашенным человеком. Ваш пятый человек также переливом станет под второго человека на первую позицию. Шестой человек займет первую позицию под третьим человеком. Вот слева направо, да, сверху вниз заполняется вот этот тренар. Это, друзья, делаете не вы, это делает автомат. А ваш седьмой человек, он снова возвращается к первому и занимает позицию номер 2 под первым лично приглашенным человеком. Когда ваши партнеры первой линии начинают приглашать своих, а они, конечно, заполняют свободные позиции. То есть первый пригласил, и первое, вот третье место, его заполнено на первой линии. А второй приглашает, вот второе и третье место, оно заполняется. И третий приглашает, оно заполняется таким же образом. Значит, друзья, давайте рассмотрим с вами все-таки комиссию. Да? Глядя на слайд, вы можете получать вот этот бонус ежемесячно. Друзья, это бонус уже пассивный. Мы с вами один раз только заполним эту матрицу. Наша матрица, в отличие от других матричных систем, она не делится, она не разделяется, не обнуляется, скажем так, она просто наполняется. И каждый раз, когда люди покупают только одну единицу продукции, всегда бонусы идут в этот командный чек. И вы получаете с первой, второй, третьей линии 2%. С 4, 5, 6 линии вы получаете 3%. И посмотрите на слайд. Уровень дистрибьютора, это когда человек еще никого не пригласил, то есть он еще не сделал никаких действий, но компания его все равно будет оценивать. И с 6
уровней матрицы он может зарабатывать чек 1618 долларов. Друзья, чтобы было понятно, одна единица продукции у нас имеет 50 баллов, а 2% от 50 баллов это 1 доллар. То есть 1 балл это 1 доллар, и 2% от 50 баллов это 1 доллар. 3% это, соответственно, 1,5 доллара. Это, друзья, пассивный доход только по комиссии матрицы. Когда ваш дистрибьютор начинает делать действия и начинает приглашать партнеров, пригласив только 3 партнеров, он уже становится бронзовым дистрибьютором. Ему открывается на уровне бронзы и сильвера 7-я глубина матрицы, дополнительно 2%. И здесь он уже может только по матричной комиссии зарабатывать 3805 долларов пассивного дохода. Люди не больше, не меньше, а просто покупают каждый месяц по одной баночке, и от этого товарооборота он получает 3805 долларов. Ребята, вот насколько все просто, да, что мы создаем товарооборот за счет собственного потребления. Я думаю, потреблять мы все любим, но самое ценное, что мы за то, что мы потребляем, нам еще компания и платит деньги, если мы продвигаем эту систему. Пожалуйста, друзья, не молчите, рассказывайте об этом. И, конечно, будете поражены, насколько вас компания будет оценивать. С уровня голда и выше вам открывается 8-я глубина матрицы, и вы зарабатываете уже дополнительно чек 10 366 долларов. Это, друзья, поразительно, потому что вы один раз сделали работу, и больше эта работа, ну, как бы вами не проделывается, да, а уже система начинает работать на вас. Вот для меня это было самое важное, что создать такую систему, что ты сначала работаешь, создаешь, а потом эта система начинает работать на тебя пожизненно. Ребята, мы вас приглашаем, особенно новичков, которые сейчас слушают эту информацию, не срубить, да, денег. Мы вас приглашаем в систему, которая будет вам давать пожизненный доход. То есть мы вас приглашаем зарабатывать деньги. Это очень важно понять. Значит, давайте, друзья, рассмотрим следующее. Что у вас своя матрица, а у ваших приглашенных людей у каждого есть своя матрица. И самое главное, друзья, что в этой системе нет первых и последних, как в пирамиде. То есть кто зашел первый и потом приглашает, и он со всех начинает что-то там зарабатывать. Нас компания абсолютно поставила в равные условия, и нам компания каждому выплачивает только по 8-й глубину матрицы. И, например, вы пригласили первого человека, он заработал 500 долларов, второй заработал больше, да, он больше активных действий совершил, и его команда принесла ему 2000 долларов по матрице. И третий приглашенный, он мало сработал, его команда слабенькая, он получил 150 долларов по матрице. Друзья, и самое главное, что предлагает нам компания Skinny Body Care, это 5-й бонус вознаграждения. Вот такого бонуса нету ни в одной компании в мире. Опять же, друзья, я подчеркиваю. Это бонус бесконечности. Называется он matching бонус, и компания вас будет оценивать уже от того, что каждый человек в вашей команде зарабатывает по матричной комиссии, у него будет свой чек, и вам компания будет выплачивать денежное вознаграждение с каждого лично приглашенного человека вплоть до 7-го поколения. Ребята, посмотрите на слайд, и как вы видите, с лично приглашенных партнеров, а у вас их может быть бесконечно, да, этот может быть бонус бесконечен, уже компания выплачивает от 50 до 100% в зависимости от вашего ранга квалификации. Мне всегда нравится вот фиолетовая колонка, когда компания выплачивает 100% с лично приглашенных, со второго поколения 50%, с третьего поколения 30%, с четвертого 18%, с пятого 10%, с шестого 5% и седьмого поколения 2%. Ребят, вот честно, если взять калькулятор и посмотреть, какой потенциал дохода вы можете иметь только по этому бонусу.
Друзья, я думаю, вы спать, ну, не будете дня три. У меня шли мурашки от этого бонуса, и я просто не мог в это поверить. Но когда я зашел в эту компанию и со второго месяца почувствовал уже силу вот этого бонуса, я был просто восхищен, друзья. Давайте рассмотрим опять же на примере. На примере трех лично приглашенных партнеров. Первой линии. Первый заработал $500, второй $2000 и третий заработал $150. Вам компания, если вы на уровне золота, вам компания выплатит 82% за лично приглашенных партнеров. $410 вы зарабатываете с первого человека. Второй человек заработал 2000, вы получили $1640. И третий человек заработал 150, вам компания выплачивает $123. Ребята, это поразительно. В сумме, конечно, вы уже заработали только от трех лично приглашенных партнеров $2173. Ваше второе поколение вам будет приносить 32% дополнительный доход, плюсом идет. И третье поколение вам еще будет приносить дополнительно 12%. Это все, друзья, плюсом. Конечно, вы можете сами уже подумать и просчитать, какое количество людей у вас может находиться на втором, и третьем, и четвертом, и пятом поколении. Конечно, друзья, этот пример показан, можно сказать, ну, маленько неправильно, потому что здесь он показан на примере золота. Но здесь вы уже золотом с таким количеством людей не будете. У вас чек намного будет больше. Давайте рассмотрим на примере одной группы. Вы пригласили человека, и он со своей командой заработал чек $500. Вам компания выплачивает 82%, $410. На втором поколении у вас есть люди, да, и вот они заработали, три человека заработали по $300. Вам компания выплачивает 32%, это $288. И на третьем поколении ваши люди заработали по $100, и вам компания выплачивает 12%. Ребята, вот этот чек общий, да, мэтчинг бонуса, он будет $806, только вот с этой группы. Но если таких групп у вас, к примеру, 10, соответственно, ваш чек будет $8060. Ребята, это поразительно, потому что такого бонуса, опять же, нету нигде. Посмотрите еще раз на табличку. Запомните ее, и сейчас я хочу вам рассказать о законе приумножения усилий. Это очень важный закон, который вас сделает богатым, друзья. Вас сделает богатым, успешным и любого вашего партнера, если вы поймете этот закон. Называется он 1 плюс 1, закон приумножения усилий. Вот эта методика, если мы даже приглашая только одного партнера в месяц, ребята, вот с этих маленьких шажочков вы получите огромный результат. Но следующий слайд я вам хочу показать. Сейчас за июль месяц двадцатка людей, которые являются лидерами по приглашениям. Ребята, 12 число, да, сегодня, и посмотрите, что за 12 дней уже 20 человек лидеров компании пригласили. Вот я посчитал, взял в руки калькулятор, и 20 человек пригласили за 12 дней 1719 партнеров. Друзья, представляете, что если вот эти люди, они находятся у вас в первой вашей линии. Ребята, ну это просто, я не знаю, это мультимиллионеры в долларах США будут со временем в этой компании. А мы теперь, друзья, можно сказать, в нашей реалии вернемся, и здесь, даже приглашая одного человека, вы все равно выйдете на доход $10000 буквально к концу года. Ребята, риска нет, все предсказуемо, все просчитано, и вы должны просто в целом видеть вот, и делать вот эти маленькие шаги. Маленькие шаги ведут к большим результатам. Это уникальная и простая стратегия, приводящая к успеху любого человека, друзья. Значит, давайте рассмотрим. Вы приглашаете одного человека в месяц, ваш
партнер приглашает таким же образом одного человека только в месяц. Ребята, конечно, это я утрирую, этого но никто не будет делать, но даже с такими медленными шагами вы все равно посмотрите, как измените свою жизнь. В первый месяц у вас один приглашенный, на второй месяц ваш приглашенный приглашает партнера, и вы приглашаете также партнера. В вашей команде уже 3 человека. На третий месяц в вашей команде образуется уже 7 человек, то есть все пригласили по одному, и уже в команде 7 человек. На четвертый месяц в вашей команде уже 15 человек, то есть вы пригласили одного человека, ваши 3 партнера на первой линии пригласили своих по одному, 3 партнера, на второй линии тоже пригласили по одному, это 3 партнера, и на третьем поколении один партнер пригласил одного человека. Таким образом у вас сложилась команда из 15 человек. На пятый месяц, друзья, у нас уже в команде 31 человек. Это поразительно. Только маленькие шажочки уже приводят к таким результатам. На шестой месяц в нашей команде уже 63 человека. Вы пригласили всего 6 человек. Но в вашей команде уже 63 человека. Ребята, еще очень важно, чтобы быть командным игроком. Это очень важно. И когда вы приглашаете людей в бизнес, вы спросите, что они хотят. То есть не делайте им просто тупо предложение. Сначала поговорите, хочет ли он менять свою жизнь, каким образом он хочет изменить, да, что его вынуждает, да, и побуждает присоединиться к этому бизнесу. И когда человек вам отвечает на такие вопросы, в нем начинает гореть вот это желание, вырабатываться энергия. Ребята, энергия, она всегда дается тем людям, которые видят цели. И для этих целей, осуществления этих целей, нам Господь Бог дает энергию, которая нам позволяет осуществить эти цели. Таким образом, ребята, вы формируете команду и вы берете еще обязательства. Берете за них ответственность, и ваши люди вам дают также обязательства. Что маленькие действия они в команде все равно будут делать, и вот эти действия, ребята, нас все равно приведут к большим результатам. Смотрите, что происходит к концу года, друзья. К концу года ваша команда уже состоит из 4095 человек. Ребята, это поразительно. На первом поколении вы пригласили всего 12 человек, и на втором поколении у вас уже образовалось 66 человек. На третьем поколении у вас 220 человек. На четвертом 495, на пятом 792 и так далее. Ребята, давайте рассмотрим также на примере по бонусу мэтчингу. Да? Возьмем, к примеру, не 12 человек с первой линии, а 10. Не 66 на втором поколении, а 50. И не 220 на третьем, а 200 человек. И рассмотрим уровень, опять же, не даймонда, не кроун даймонда, а вот такой приземленный ранг как золотой дистрибьютор. И смотрите, что происходит, друзья. Еще раз на табличку. Gold дистрибьютор зарабатывает matching бонус 82% от лично приглашенных людей. 32% со второго поколения и 12% с третьего поколения. Смотрите, друзья, что происходит. Если ваше количество людей, приглашенных 10 человек, мы взяли, да, и они заработали только по $500, общий доход составил $5000. Таким образом, вам компания выплачивает 82%, это $4100. Со второго поколения мы взяли количество людей не 66, а 50, и они заработали только по $300. В сумме это $15000, и 32% вам компания выплатит $4800. И на третьем поколении у вас 200 человек, а в таблице вы видели, у вас уже 220 там стояло, да, и они только заработали по 150, а уже вам 12%. Ребята, $3600 вы получите только с третьего поколения. И ваш бонус бесконечности уже составляет $12500. Ребята, вот скажите теперь, пожалуйста, есть ли вообще риск присоединиться к нашей компании? Ну, во-первых, когда вы присоединились,
вы пригласили одного человека, вы уже знаете, что вам следующий автошип вам обеспечен, потому что вы зарабатываете уже 84 доллара только с первого человека. Ребята, но если вот эти действия вы делали каждый месяц, и ваши партнеры, которые к вам присоединяются в команду, делают, дублицируют вас, ребята, это фантастический чек получается у вас уже к концу года. Но это же мы можем ускорить, это на примере одного человека приглашать только в месяц. Я не знаю, ребята, как можно молчать об этой возможности. Где бы кого я ни встретил, я всегда делюсь этой возможностью, рассказываю об этой системе и спрашиваю, хотел ли он изменить свою жизнь, а хочет ли он вообще жить другой жизнью. И когда он мне рассказывает о своих мечтах, я понимаю, что я могу предложить ему эту систему, этот бизнес. И когда я ему говорю, почему я у тебя спрашиваю, потому что у меня есть для тебя очень ценная информация. И я хочу с тобой поделиться. И когда я ему включаю ролик, он уже реагирует совсем по-другому. Ребята, делайте, пожалуйста, то же самое. Где бы кого вы ни встретили, пишите списки знакомых, посылайте прямо после этой конференции как можно большему количеству людей, донесите эту систему, этот простой и дублицированный бизнес. Друзья, чтобы ваши люди могли изменить вот именно свою жизнь. Ну а на этом слайде я вам показываю как раз свой чек именно мэтчинг бонуса. Вот он составляет 9840 долларов. Что действительно, друзья, это уже работает, да, не кто-то там, а уже когда ты сам зарабатываешь именно этот мэтчинг-бонус. Друзья, очень важно это понять время, да, что время, оно решает все на самом деле. И ваши действия – это залог вашего успеха. Если ваше завтра, а вы думаете, начнется завтра, нет, оно начинается уже сегодня. Только сегодня начав, вы можете завтра оказаться в другом месте. Если то, что делаете вы сегодня, а другие не делают, значит завтра вы сможете жить так, как другие не смогут. Вот это очень важно понимать. Вы начинаете сегодня, и кто-то из вас, если не верит в это, да, пожалуйста, он может подождать и начать когда-то потом. Ребята, но локоток близок, но его уже не укусишь, как говорят. Поэтому очень важно вовремя понять, просчитать, и чтобы у вас не остались никакие страхи и сомнения, вы поняли, что вас ждет и за какие действия, что вы можете зарабатывать. Друзья, я вам рассказал о трех самых потрясающих бонусах, которые предлагает компания Skinny Body Care, которых нету ни в одной индустрии MLM этих бонусов, и также компания предлагает нам еще дополнительно 5 бонусов. Давайте я вам быстро расскажу об этих бонусах. Первый бонус – это линия энергии. Это бонус PowerLine. Вам компания выплачивает гарантированный чек любому дистрибьютору, который просто присоединяется к компании. Этот бонус вы получите после окончания месяца. Его все дистрибьюторы, которые присоединились до июля месяца, они все уже получили. Поэтому это гарантированный чек. Следующий – это мы как бы можем вести интернет, как бы магазин, да, электронную коммерцию. Кто-то использует, я лично не использую, но опять же, вам, пожалуйста, все карты в руки, и вы можете использовать через доски объявлений, там соцсети, можете выставлять свой сайт, и кто будет заходить на ваш сайт и приобретать одну единицу продукции, вам компания будет выплачивать дополнительный бонус, как бы розницы, он называется розничный бонус. Но это не тот розничный бонус, когда вы делаете прямую продажу вашей соседке. А когда, например, кто-то в другой стране или городе зашел и просто купил одну баночку. Следующий доход – это номер 6. Бонус за оптовую покупку. Ребята, это точно такой же бонус, как и за бонус быстрого старта. Но компания изменила только первую линию, как бы с лично приглашенных партнеров. Компания уменьшила процент, потому что нам одна единица продукции всегда уходит в матричную комиссию, то есть бонус команды. И нам еще от команды компания выплачивает бонус бесконечности.
Но а если мы с вами будем покупать повторно каждый месяц не одну баночку, а, например, золотой пакет, и кому-то это нравится, да, у кого большая семья или кто-то любит, может быть, искать клиентов, и те люди, которые не хотят присоединиться к системе, они будут покупать у него баночки, да, но вот это золотой пакет, например, каждый месяц он будет распределяться следующим образом. Одна единица продукции уйдет в матрицу, а две баночки уйдут в этот бонус. И если ваш личный приглашенный взял золотой пакет, вы получите уже в зависимости от вашего ранга. То есть, если вы золотой, то 26%. Со второго, третьего, четвертого и пятого поколения это точно такой же бонус, как и при старте. Проценты сохранились. Следующий, друзья, бонус – это доход номер 7, бонус 5% от всего оборота компании. Это называется лидерский пул. Компания берет 5% от оборота ежемесячного, да, и распределяет вот в этот бонус. Он выплачивается ежеквартально. И посмотрите, что даже с уровня бронзы, это когда только мы пригласили трех партнеров, компания уже выделяет бронзам 30% и делит между всеми бронзами. Сильвером дает 20%, голдом и платином 15%, даймондом и выше 20%. Чек может составлять и $20, а может у кого-то составлять и $600, и $800, в зависимости от вашего ранга квалификации. Конечно, друзья, тоже поражает этот бонус, потому что в других компаниях его просто нет. А если он есть, то к нему очень нужно долго идти, чтобы от всего мирового товарооборота компании она уже вам выделяла какой-то процент. Доход номер 8 – это бонус за достижение ранга. Ребята, это единоразовый бонус, который вам выплачивается, когда вы подтверждаете свой ранг 3 месяца подряд. Вам компания выплачивает за уровень голда $250, за уровень платины $1000, за даймонда $5000, за кроун даймонда $25000, за роял кроун даймонда $100000. И когда вы помогли трем партнерам стать роял кроун даймондом, вам компания выплатит еще единоразово, скажем так, $300000. Вот это, друзья, поражает. Ну, а сейчас давайте перейдем к карьере, к квалификациям нашим. Вы можете добраться до самой высокой вершины этой карьерной лестницы, скажем так, и стать Royal Crown Diamond, если пригласите только трех партнеров. Ребята, вот на самом деле, насколько легко строится этот бизнес. Вот пригласите сегодня трех партнеров, они переспят с этой информацией, завтра проснутся и расскажут своим трем партнерам: ребята, ваш чек уже только 8 дупликаций произойдет со второго месяца и пожизненно, только по двум бонусам, о котором я вам рассказывал. Это по матричной комиссии 10 366, люди покупают только одну баночку. И по мэтчинг бонусу вам компания будет выплачивать $33000, друзья. Но вы пригласили только трех людей. Но как можно их не пригласить? А если вы пригласите, как американцы, 180 человек за 12 дней, посмотрите, когда будет это, я уверен, может быть, через 2 года, через 3, в мировом рейтинге появятся самые высокооплачиваемые сетевики мира из компании Skinny Body Care. Ребята, это все будет. Наша компания всего 2,5 года. И очень важно еще понять момент времени, да, когда мы присоединяемся к компании. Если мы сейчас присоединимся к компании, ну я не буду называть, да, и неэтично, компании, которые существуют на рынке 50 лет, 40 там, и тому подобное, то, конечно, вы можете зарабатывать там деньги, но, ребят, с какими усилиями. Но большие чеки, и, которые зарабатывают те лидеры этих компаний, которые зашли в ближайшие 7 лет этой компании, конечно, вы их никогда уже заработать не сможете. Это очень важно понимать. Еще есть закон времени, называется он 1.9.90. То есть в первые 3 года компания внедряется всегда на рынок, а
а после 3 лет до 7 лет начинается зона роста экспоненциального, и сюда еще присоединяется 9%. 1% в 3 года входит, а 9% в 7 лет, и после 7 лет уже начинается зона, скажем так, стабилизации, да, компании. Сюда присоединяется 90%, и эти 90%, ребята, хотите вы, не хотите, это бизнес, они всегда будут создавать остаточный доход вот этим 10%. А я вас, друзья, всех поздравляю, у нас еще не пахано, и у нас еще пахать, и 7 лет еще пахать, да, а на мировом рынке еще 5 лет пахать, потому что компании только на мировом рынке 2,5 года. А к нам пришла и в той стране, где вы сейчас находитесь, в России, например, это всего полгода. Поэтому нам с вами еще, конечно, здесь приглашать и приглашать наших знакомых, которые изменят в корне свою жизнь. Давайте, ребята, рассмотрим все-таки квалификацию. На примере с уровня рядового дистрибьютора. Если вы зашли как рядовой дистрибьютор, чтобы вам стать бронзой, вам необходимо пригласить только 3 партнеров, которые так же, как и вы, могут зайти на одну баночку. Чтобы стать сильвером, вам нужно обязательно создать товарооборот по команде 600 баллов, или вы можете пригласить 10 личных партнеров, да, на одну баночку. Или можете под собой иметь, пригласив 3 партнеров, и под собой имеете в каждой ноге, скажем так, в каждой ветке по одному бронзовому дистрибьютору. И вы уже становитесь сильвером. Ребята, вот если мы заходим на золотой пакет, нам вообще все легко просчитывать. Золотой пакет приносит 150 баллов, а нам для сильвера необходимо 600 баллов. Это значит сколько? 600 делим на 150, это 4 человека. То есть вы пригласили 3, и кто-то еще пригласил одного человека. И вы уже тогда находитесь в ранге сильвера. Чтобы стать голдом, вам необходимо товарооборот увеличить до 3000 баллов, или можете пригласить 50 личных партнеров. Или под собой иметь в каждой веточке по одному сильверу. В 3 ветках по одному сильверу. На уровень платины вам необходимо увеличить товарооборот 10 тысяч баллов, или можете пригласить 100 личных партнеров. Но в каждой ветке, друзья, обязательное условие для платины, это вы должны иметь под 1000 баллов товарооборота. И на любой глубине человек может зайти просто на голд-пакет, он вас уже будет квалифицировать эту ветку по голду. Вот настолько все просто и легко, друзья. Следующий уровень – это даймонда. Вот сейчас на этом уровне я нахожусь. И Евгений у нас, Митечкин, вы знаете, что даймонд. Вот как раз мы создали уже товарооборот 50 тысяч баллов и выше. Или можно пригласить 300 личных партнеров. Но в каждой веточке у нас должен быть обязательно один платиновый дистрибьютор. Причем, ребята, неважно на каком поколении. И хоть на 8-м, хоть на 5-м, хоть на 1-м. Он вас все равно будет квалифицировать по даймонду. Следующий уровень – это Crown Diamond. Товарооборот уже увеличивается на 250 тысяч баллов, но под собой вы уже должны породить 3 даймондов. Это обязательное условие. И последняя ступенька – здесь Royal Crown Diamond. Ребята, все мы к ней стремимся, а я уверен, что кто сейчас слушает эту презентацию, это те люди, которые дойдут до этой ступеньки и, конечно, будут зарабатывать очень огромные чеки. Товарооборот 1 миллион баллов, и под собой вы помогли стать в каждой ветке по одному хотя бы Crown Diamond. Вот таким образом, друзья, наша карьерная лестница. Давайте подведем итог. Почему же все-таки скини-бодики? Ну, во-первых, друзья, очень доступный вход в бизнес. Это очень важно, потому что если вход в бизнес большой, да, и не каждый сможет продублицировать его, и если еще от этого входа вы приглашаете человека, и вам не обеспечивается следующая проплата, скажем так, автошипа, это очень важно понимать, друзья. С этой компанией, конечно, она будет развиваться, но не в таком быстром темпе, скажем, как наша, да, поэтому это очень важно понимать. У нас вход не превышает 210 долларов. Друзья, отличный, востребованный, потребляемый продукт.
Ощутимые результаты по бизнесу и продукту вы получаете уже с первой недели. Полностью автоматизирована система бизнеса. Революционный, прибыльный, я бы сказал, щедрый маркетинг-план компании. Такого нету ни в одной компании МВМ-индустрии. Очень надежный, друзья, перспективный и долгосрочный бизнес. Если кто сомневается, друзья, но можете наблюдать. Я бы сказал так, лучше я шагну и буду жалеть, чем не шагну и буду жалеть всю свою жизнь. Поэтому, друзья, вот это очень важно тоже. Бизнес наш строится международно, глобальный бизнес. Мы уже можем, не выходя из своего дома, можно открывать 165 стран, куда посылает компания наш продукт. Все заработанные бонусы, они поступают на карту Пионер, она будет именная, в любой точке мира, где бы вы ни находились, вы можете обналичивать денежные средства. Пассивный доход могут зарабатывать дистрибьюторы, которые являются активными, да, то есть покупая одну баночку, они находятся в системе, но под них заходят переливы, и они приносят им по командному бонусу вот этот доход, $1618. Ребята, конечно, в своей команде я бы не хотел иметь пассивных людей, лучше здесь приложить по 1% усилий, как сказал Жан-Пол Гетти, да, миллиардер, что лучше взять по 1% усилий от 100 человек, чем приложить 100% своих собственных усилий. Конечно, друзья, вот в команде лучше всем по чуть-чуть и 100% результат получим. Ну что, друзья, легкий, простой и комфортный бизнес, который строится не выходя из дома. Давайте, друзья, вместе расскажем миру о Skinny Body Care, об этой замечательной компании, потому что люди по всему миру хотят быть стройными, они хотят быть счастливыми и богатыми, друзья. И у нас есть продукт и как раз есть бизнес-система, и чтобы мы могли помочь им реализовать свои амбиции. Добро пожаловать в мир Skinny Body Care. И добро пожаловать, друзья, в нашу команду Team Diamond. Спасибо вам, друзья, огромное за то, что вы слушали эту презентацию, были со мной. Примите, пожалуйста, правильные решения. От этих решений и будет зависеть, друзья, ваша дальнейшая жизнь. И с теми людьми, которыми вы сейчас будете себя окружать, от этого очень важно тоже зависит ваша жизнь. Не то, что вы говорите, а то, что вы сейчас еще и слушаете, друзья. Потому что если вам говорят что-то негативное, то избавьтесь, пожалуйста, от этих людей. Только окружите себя позитивно настроенными людьми, которые стремятся к чему-то, да, к победам. И, конечно, вы вместе, помогая друг другу, достигнете успеха. Спасибо вам, друзья, огромное. Всем больших команд и больших чеков. Успехов, друзья!